Итак, друзья, всем привет, с вами Фишерман Футер, мотоблогер. Короче, сегодня напилил дров, березу, осину распилил. Ладно, хрен с ним. Чик-чик, короче, смотрю, колесо пробил на прицепе. Разобрал, снял камеру, короче, посмотрел. Дырка хорошая, со спичной головкой. Ну ладно, не в этом суть. Пошел, короче, в город. Думаю, по дороге, может, кого встречу, спрошу за платку, может, будет там или клей. Заклеить колесо можно будет. Ну и, короче, это. Ладно, туда-сюда. Заплатку мне не дали, дали клей, короче. Нашел камеру от КамАЗа, отрезал кусок. Приклеил, короче, наклей вот этот вот. Вот такую вот прокладку толщиной. Ну и уже обратно пошел, такой к мотоблоку иду. Херакс у меня, короче, этот заплатка что-то отклеивается. Дернул, он отвалился. Ну, не пошел, короче, к мужикам. Иду такой дальше. Зашел попутно на другую базу. У мужиков клея не оказалось. Смотрю, Нива какая-то поехала с прицепом. Ладно. Уехала, короче, Нива. Иду, короче, уже подхожу тут. 200 метров осталось. Отсюда вот с моей дороги, короче, где у меня мотоблок в лесу, вон там. Выезжает. Это Нива с прицепом. Сука, торможу. Спросил, так и так, говорю, заплатка есть, клей есть. Заплатка, говорит, есть, на, говорит. Опс, мне, короче, заплатку дал вот эту вот. Ладно, короче, клея нет. Как клеить? Звоню жене, думаю, жена привезет. Ладно, смотрю, короче, машина едет. Отсюда, короче, семерка летит, короче, вишневая. Ну, думаю, дай спрошу. Мужика, он такой, типа, нет, типа, нету ничего, все дома. Если хочешь 2 километра, иди туда, в деревню сходи. Там тебе дадут, быстренько позвоню, сейчас все заклеите. Я говорю, ну, типа, ладно, такой, сейчас, типа. Потом он такой, а я, говорит, на работу тороплюсь. Хопс такой, ну ладно, сейчас я, говорит, дочке позвоню, она приедет быстренько на велике, тут 10 минут. Я говорю, ну хорошо, так думаю, мне до мотоблока отсюда, короче, примерно 2-3 минуты бежать там напрямки, если не по дороге. Ну думаю, ладно, он уехал, короче, туда поехал на работу, звонить начал. Ну я побежал, короче, вот здесь вот камеру оставил, вот для этого термоса, короче. Ну и шпарю, короче, туда убежал, взял, короче, бутылку по дороге нашел, потом, короче, взял напильник. Слил бензинчика, короче, с бака чуть-чуть, чтобы обезжирить. Ну и, короче, шпарю такой. Там сижу такой, слышу только. Сигнал такой. Не понял. Я думал, неужели уже кто-то на машине привез мне заплатки. Ладно, хрен с ним. Побежал я. Прибегаю, короче, смотрю, возле термоса нету моей камеры, короче. Уже камеру кто-то подрезал. Остались, короче, следы от автомобиля. Вот такое вот пятно от масла, видите, на дороге. Ну и все. Выхожу, короче, смотрю, этот мужик обратно уже поехал. Короче, забрал мою камеру, я так понял. Ну, можно сказать, уебал ее. Ну, как уебал? Ну, не уебал. Поехал, короче, видать, на работу решил не ехать, или ему отбой дали. Короче, решил уехать сам заклеить. Короче, вот сейчас стою уже 5 минут, жду его. Сейчас он, походу, мне заклеит камеру. Вот такой вот ему лайк, короче, за отзывчивость. За то, что он на работу не поехал, развернулся, обратно поехал, короче, взял камеру и клеит. Сейчас сам клеит. Я думал, сам буду клеить. Вот, короче. Короче, ставим лайк, друзья. Потом, короче, когда я на мотоблоке поеду, засниму. Все, давайте вот такой лайк. Друзья, смотрите, какая дата на бутылке стоит. Давайте все вместе, короче, передадим этим засранцам, которые бросают вот такие вот бутылки вот на таких вот полянках. Вот прикиньте, вот даже если в 2008 год это. Вот видите, дата. 08. 29.08.08. 2008 года. Короче, это получается, эта бутылка уже здесь лежит 11 лет. Представляете? Засранцы. Короче, есть та машина, походу та, которая клеила мне колесо. Быстро, быстро. Я подумал, что... Нет, я сразу понял, что ты верный. Спасибо большое. Ты хотя бы вечер есть, меня нашел. Спасибо. И как будет? Вот эту, клей, блядь, подсосавший. А его же надо тонким слоем. Чтобы тебе долго размазывал, закатал. Да, ничего страшного. Нет.
Думаю, если бы ты говоришь 10 минут, то мы еще и за бензином даже на пинником сделали. Только добежал до туда, слышишь? А, ты здесь, я не здесь. А, я понял, что за вам. А я тут сюда поеду. Не, не, спасибо. Отдыши. Я руководитель банно-прачного комбината работаю. Старский банник. Ладно. Если тебе помогло, прощай. Спасибо. Короче, вот так вот мой барсик стоит на копытах. Камеру я уже засунул в колесо, короче. Вот так разгрузился, короче, блин. Там дрова у меня лежат. Здесь, короче, пришлось мне разгрузиться. Не смог проехать, короче. Березки, осинки там остались. Вот на вот этих буграх, короче, он начал буксовать, короче, с пустым с этим колесом. Так все нормально пока что. Сейчас перезагружу, короче, его. Поеду за осиной, сейчас езжу. Думал, слабенькое колесо его подкачал был. Думаю, потихонечку вывезу до нормальной дороги. Потом смотрю, вообще хана ему пришла к колесу. Ладно, все, давайте, друзья. Че, друзья, сегодня реальный перегруз, короче. Береза, осина и все сырое. Сегодня без сушняка, короче, друзья. Очень тяжелые дрова. Колесико чуть-чуть слабенькое. Ну что, у меня насос просто, видите, шланг. Качаешь, когда он сваливается. Надавливаешь давление маленечко. Прокачивается, надо эту херню покупать. Вот. Такие дела, друзья. Наматывает вот так вот сено. Где по траве ездишь. Нафиг тут не нужна эта солома. Вот. Что еще хотел вам сказать? Этот мужик, который заплатку мне дал, который сюда заезжал, где я говорю. Он, короче, мне такой говорит, блин, ездил за березами. Грибы собирал, березы нашел, а ты их распилил. Короче, я его на березы распилил. И вот масло, короче, отсюда его выгоняет. С редуктора, короче, масло долил, но, видать, многовато. Вот через вот это вот отверстие выгоняет его, друзья. Ну ладно, все, давайте. Надеюсь, до дома без происшествий доеду. Может, колесико буду подкачивать. Все, давайте, ставим лайк.